Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня мы оформляем заказ уже по 12-му каталогу компании Oriflame. И я уже все положила в корзиночку и хочу вам показать, что я заказываю. Во-первых, я беру гели для душа серии Feel Good. Беру два с красным апельсином, один себе, один в подарок. Хотела выписать пробник помады новинки, но его уже, к сожалению, нет на складе. Беру жидкое крем-мыло для рук. Обратите внимание, какая крутая цена. Получается 300 мл объем и стоит всего 127 рублей. Беру три флакончика, мамочке один подарю и себе два. Так, шампунь-стимулятор роста волос. Беру две штуки. Занимаюсь своими волосами, усердно отращиваю новую косу, поэтому беру 2, цена тоже очень хорошая. Еще один гель для душа сливовый беру и масло ночное восстанавливающее масло эликсир, 2 штуки, пока 2 возьму, потом еще возьму. Далее, беру на пробу чувственный мусс для душа, пока один только. И кондиционер у меня под заказ, один и один для себя, в запасы положу, потому что очень люблю этот кондиционер, 175 рублей всего. Далее, беру щетку для распутывания волос, мне так ее расхвалили, девчонки говорят, что даже дети, у которых кудрявые волосы, и каждый раз у них истерика, когда волосы расчесывают, сейчас спокойненько улыбаются и дают делать себе прически, поэтому я тоже беру, тоже хочу расчесывать и улыбаться. К сожалению, маска пленка с углем так и не появилась на складе, но буду пытаться еще заказывать, хочу его тоже еще взять. Мне, кстати, маска понравилась, и дочка у меня заценила, и Миша уже два раза делал, то есть маска прям прикольная, быстро чувствую кончится у нас. Далее тоже для себя беру покрытие с глиттером, прикольные блестяшки, я его пробовала в бизнес-центре, мне понравилось, и я люблю такие лайки, редко пользуюсь, но очень люблю, иногда вот как дополнительное разнообразие для ручек. Беру пинцет, тоже пинцет попробовала, он просто бомбический, он не щипит кожу, очень делает хороший захват волосков и удаляет их прям с первого раза, то есть не обламывает волос, прям я в восторге. Потому что я знаю, что пинцет хороший, подобрать не так-то уж и просто. Стоят они дорого. Я заходила в специализированный магазин, пинцет, который мне понравился, более-менее стоил 350 рублей, а наш всего 95, и он мне больше нравится, чем тот, который я пробовала. Хорошо, не купила. Так, далее, тени Рэйфилл. Беру себе неожиданно небесный голубой цвет. Мне безумно понравился этот цвет. Он вот такой красивый голубой и с большим таким добавлением золотых частичек. То есть он прям с золотым отливом, необыкновенный цвет. Я не устояла. Хотя изначально я смотрела на зеленые тени, но они оказались совсем светлые, а такой цвет необычный я очень хочу, у меня никогда таких теней не было. Далее, беру два карандаша по акции для губ, беру карамельный и шоколадный, буду пробовать. 4 туши с экстремальным объемом, 2 у меня под заказ, 2 беру себе и дочке. Далее, вся коллекция мужская у меня под заказ, по одному пока наименованию. Я, кстати, еще вообще не успела даже каталоги раздать, раздала только 3 каталога, и поэтому у меня заказов от клиентов совсем мало. 2 туалетные воды Happy Diac мужские, 2 под заказ, и также тени для бровей тоже под заказ. И что у меня еще? Давайте посмотрим. В заказе у меня добавился набор в подарок. Я выполнила первый шаг. 2 новичка с выполненным первым шагом. И мне компания дарит нутрикомплекс для волос и ногтей, шампунь Элио, кондиционер и маску. Я в восторге. Также еще сумка добавилась спортивная за 1 рубль. Это тоже подарок. Далее каталогов куча, и по скидке 50% я беру сумку трансформер, сумку рюкзачок. Я очень люблю рюкзачки, поэтому я, естественно, не удержалась и решила взять, и всего за 800 рублей, прям потрясающая цена. Так, далее, смотрите, получаем шанс стать одним из победителей. Мне надо добавить промокод, давайте добавим, сейчас я его скопирую, Ctrl-C. А если у меня 4 туши, мне 4 раза, что ли, добавлять? Давайте 4 раза добавим. 2, 3, 4. Правильно же? 4 туши, 4 раза добавляем. Пусть участвует в розыгрыше. Итого, у меня заказ на 152 балла. А я сейчас выберу, сейчас посмотрю, какие предложения есть. Может, что-то интересненькое.
Кстати, не забываем смотреть интересные предложения, потому что здесь бывает что-то такое прям классное. Как, кстати, вот эти серьги, я их обожаю, у меня есть такие серьги. Нажимаем «Больше продуктов». Проверяем. Кстати, кто просил распродажу карандашей? Вот три штуки вижу. Но нет моего любимого, как он называется, теплая корица. Так, смотрю. Если... Ой, какой красивый вот этот лак кофейный. У меня тоже такой есть лак. Еще больше продуктов. Ну, здесь в этой распродаже меня ничего пока не впечатлило. То есть, ну, нет такого, что было бы нужно мне или моим клиентам. Поэтому я набираю доставку. Смотрю, куда у меня место доставки. Меняю. Доставка на дом ставлю. Так, доставка на дом. Подтверждаю. Все, смотрите, доставка бесплатная. Далее, оплата будет у меня перед получением, поэтому я нажимаю «Оформить заказ» и все еще раз проверяю. Так, у меня 49 продуктов, общая сумма заказа 7062 рубля, обалдеть. А, так, 50% скидку забрала, сумма заказа то же самое, доставка бесплатно, скидка 4237, какая прелесть, и к оплате всего 2825 рублей. Сейчас сразу запишу, чтобы уже перед получением оплатить заказ. 152 балла. Все, можно смело сохранять заказ. И уже в среду я получу все свои новинки. Жду их все с нетерпением. Просто все, видите, как просто делать заказ. На самом деле никаких сложностей у вас возникнуть не должно. Ну и надеюсь, мой выбор тоже вам поможет. И описание продуктов в выборе ваших заказов. Всем желаю чудесного 12-го каталога, успехов, вкусных покупочек, расширения клиентской базы. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, смело задавайте в комментариях, я всегда отвечаю и люблю с вами общаться. Спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч, пока-пока!